Всех приветствую на прохождении второй части нашего мистера выживальщика. Так, в прошлой серии нам нужно было, помните, сделать варенье. Варенье я отправил, сбегал в лес, насобирал ягоды, купил себе этого сахара. Стекло у нас было, теперь у нас проблемка, у нас нету с вами стекла. Так что нужно будет, это что у нас? Металл. Нужно стекло будет закупать. 4 бакса. Ага, лампочка даже и за 4 бакса. А если мы тебе сейчас продадим землю и закупим у тебя лампочек? Лампочки нам нужны будут сюда. Вот это вот, да. Так, давай мы сделаем вот так. Закроем, сбегаем сюда. Попробуем продать тебе. Торговать. Продано. И сейчас придет денежки, а мы пока место будет, давай почитаем, нам вроде там письмо пришло. Так, читать. Наряд на работу ферма. Уважаемый гражданин, в соответствии с актом о ресурсах и распределении рабочей силы, вы назначены ответственным за ремонт и обслуживание фермы «Белые пески». Пожалуйста, явитесь на место работы и не опаздывайте без всякой причины. Ага. О нет, да что такое... Ферма? Неужели я похож на фермера? Надеюсь, я сумею извлечь для себя хоть какую-то выгоду. Ферма. Хорошо, на ферму мы с тобой сходим. Могу удалить это письмо? Да, могу. На ферму мы с тобой сходим. Только давай, наверное, сейчас мы дождемся заказа и пойдем на работку. Отлично, взять... Так, а дай мне торговать. О, отлично. Идем смотреть, что это там за ферма такая. Пошли. Надеюсь, мы сейчас сможем что-то вынести с вами оттуда полезное в наших карманцах. Так, мы уже это обсуждали. Ферма не при этом самостоянии. Вам нужно работать лучше. Это последнее предупреждение. Так, работы предстоит много, я человек старый, я один не справлюсь. Да ты шо ля? Ля ты козёль. Месье козёль. Мы пришлем вам помощника. Примите его помощь. Ладно. И повеляла ля. О, вы уже тут. Боже, храни президента, мистер выживальщик. Именно так. Должен признать, я удивился, когда узнал, что агентство занимается даже сельским хозяйством. Вы осужденный условно гражданин, мистер выживальщик. На вашем месте я бы не язвила. Так, еще очень внимательно. Ага, требования, правила. Как иначе, я ведь больше всего на свете люблю... Требования, правила. Но если без шуток, что в этой ферме такого особенного? Я не собираюсь обсуждать с вами такие вопросы. Всего доброго. Все, ну и до побачення. Бонжур. Ну кто ты такой, что ты забыл на моей территории? Меня зовут мистер Выживальщик. Я получил наряд на работу. Так, стукачок. Подосланное агентством, значит меня уволят. Ага, то и хуже, да? Так, поверь мне, я не стукач, мне этот наряд на работу тоже не радует. Но пока давай подыграем. В будущем, может, даже сможем повернуть все в свою пользу. Ай, к черту. Давай, начинаем. Я думаю, я смогу помочь. Можно мне осмотреться? Да, конечно. Только не ходи слишком далеко. Мы с Генри присмотрим за тобой. Кудах. Так, к амбару туда и обратно. Хорошо. Идем осмотримся. Может, мы с вами что-то сможем себе собрать. Взять. О, отлично. Осмотреть. Так, стой, кормить. Ой, хорошо. Взять. То есть это нам пригодится, да?
Так, открыть. И положи, да, вот эту штуку сюда. Так, положить все. Сено. Правильно? А сюда, наверное, сено надо будет. Да. Отлично. Так, а мы коробку можем сами забрать? Не можем, да? Так, осмотреть. Ага, осмотреть. Сломано. Так, козлы, все поломали. Поговорю с этим, с этим, хорошо. Так, здесь больше нечего улучшать, хорошо. Но идем тогда обратно. Так, что у нас здесь? Так, очистить место у курятника. Наряд на работу. Ага, ага, ага. Иди сюда. Так, а грядка разрушена, нужно починить, пока козлы не натворили дел. Да, у меня есть набросок новых ворот. Но сделать их руки так и не дошли. Что нужно? Древесина, да? Хорошо. Окей, тогда нужно идти домой, нямать, ложиться спать и делать забор. Так. Давай домой. Древесина вроде дома у меня была. Так, ты кто? А, заблорит лампочки, хорошо. Давай посмотрим на древесину. Да, есть, да? Древесина есть. Это есть. Все, шикарно. Давай посмотрим на забор. Где наш деревянный забор? Блин, и нужно будет сбегать. Ага, древесины не хватает. Нужно будет сбегать сейчас в лес. Ловушку обновить. Так, создать забор. Идем, вздремнем. Так, отлично, нам, по-моему, этого должно хватить. Бежим в лес. Лес, 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 лес. Нужно ловушку обновить. Ну, либо сделать новую. Так. Собрать. Отлично. Заполнить. Но хватит еще на один раз ее. Так, теперь давай полностью спим. До утра. И возвращаемся на работу. Только нужно про овощи сейчас не забыть посмотреть. Про нашу грядку, которую я посадил. Надо будет не забывать про нее тоже. Так, давай на кухню мы наберем водички. Тут мы понямаем. Давай супчику поедим, все хорошо. Давай. Отлично, отлично, отлично. Что у нас, семена еще какие-то остались, а ну? Или закупать надо? Так, что у нас здесь? Огурца, свекла, хорошо. Капуста, свекла. Давай свекольный супчик потом сделаем. Надо будет, конечно, больше грядок потом делать. Но если не ошибаюсь, то здесь, по-моему, должна будет автополивная машина быть. Автополивочная машина. Ну что, мы так с вами не бегали вручную. Тогда жизнь у нас реально наладится. Так, семена прячем. Так, перо мне здесь не нужно. Перо у нас будет здесь храниться.
Все, шикарно. Что я хотел? Давайте лампочку, наверное, выложим. Да, к холодильнику. Морковка, капуста. Отлично. А что мы с капустой можем делать? Можем с капустой что-то делать? Или не можем? Можем. Обычно супчик, да? Угу. Ну, ладно. Разберемся потом. Так. Я хотел, побежали на ферму. Нам вроде бы этого забора должно, да, одного хватить? Так. Бонжур. Донде стали библиотека? Ну как, починил оградку? Пока нет. Сейчас починим. Где наш заборчик? Мне древесина нужна, а не заборчик. А что ж ты... Что ты молчал, старый? Знал бы, я бы древесину принес бы. Вот это вот бесит меня, падла, специально. Надо так разобрать. Отлично, здесь больше нету древесины никакой. Металл, 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 хорошо. Все, побежали. Я реально думал, что нужно ему прям забор делать, а он не хочет. Говорится, он проснулся и не хочет. Ладно. Где наше дерево? Вот. Все, шикарно. Ну как, починил грядку? Пока нет. А что в смысле пока нет? Я все починил. Или здесь тоже нужно чинить? Сломано. И что? Так, ого, мне кажется, довольными. Так, что мне с курями надо делать? Ну все, я починил, вот, оградку починил. Все, иди сюда, дед. В смысле, пока нет? Вот, я починил же ее. Алло. Доить. Не, все еще злые. И что им надо? Нужно поговорить, ага. Пока нет. Слышь? Ну как, починил оградку? Ну значит, пока нет, я ее починил. Вот она целая, целая хорошая оградка. Оградка, оградка, оградка. Все. Что еще нужно? Очистить место курятника. Стричь. Для этого нужны нормальные ножницы. А где мне ножницы взять? Смотреть сгнило. Дед, только не ври, что ты. А что значит пока нет? Это все? Эта игра поломалась у меня. Так, если требуется построить новые наверстаки. Хорошо. Давай сбегаем домой. А точнее в лес за древесиной. Вот борода.
старые. Все, отлично. Отдай мне древесину, пожалуйста. Так, взять. Стой, взять. Дай мне, пожалуйста, древесину, потому что этот что-то у нас дедуля вообще не в себе. А я дерево здесь я не вижу, да? Угу, древесины нету. Ладно, давай тут посмотрим. О, вот, да? Взять, отлично. Взять, отлично. И нужно домой идти с падки. Все, побежали домой с падки. Нам этого, по идее, должно хватить. Сейчас придем домой. Сделаем забор. Так, сделаем забор и сбегаем где-то. Может, реально получится. Так, давай, басечки. Ага, овощи, овощи, овощи. Надо будет собрать овощи. Не забыть сделать древесину, сделать супчик у себе еще. Просто я не знаю, если я что-то не так сделал, то мне придется переигрывать полностью все. До этого момента как заборы делал. Не, давай, наверное, мы сбегаем, соберем тебя. Так, семян у меня, по-моему, вроде пока мест больше нету. Давай посмотрим, что мы сможем с тобой приготовить. Из этого вот всего. Места не хватает, да? Ага, морковный суп. А мне водичка нужна. Понял. Ладно, значит, будем потом разбираться. Давай, наверное, мы пока мы с тебя сложим. А дальше потом будем готовить. Так, съесть. Отлично. Черничный смузи. Хотя бы 3 штуки сделаем. Потом сейчас разберем древесину и пойдем к деду посмотрим вместе с забором. Так, есть, хорошо. Есть все, отлично. Давай разобираем. Разбираем. Так, семена свеклы, окей. Создать. Так, верстак 2 уровня, металл, древесина, камень. Но камень, по-моему, в шахте надо будет добывать. С этим мы еще разберемся. Так, а с малой воды набрать? Да, есть, отлично. Давай, наверное, туда еще свеклу посадим. У нас пару семян есть. Все, отлично. Так, канистра с водой, пусть пока мест будет здесь. Все, побежали к деду. Побежали к деду. Так, бонжур. Ну как, починила грядку? Пока нет. Что значит пока нет? Вот у меня грядка. Где моя грядка? Где эта штука? Вот она, вот, да. Забери ее, дед. Нужно заманить коз в загон. Каким образом? Все? А, нужно сюда их заманить.
Положить все, а у меня ничего нету. Так, осмотреть. Ага, ага, понял. Нужно сначала... Так, хорошо. Все, могу. Козья кормушка. Положить все. Все, козы пошли. Давай нямать козы. Козы нямать, 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 нямать. Ну, пошли. Но они не хотят сюда идти, нема, что я могу сделать? Хорошо, нужно выйти, да? Окей. Рич. Может, таким образом, типа, заманить их. Не-не-не, куда ты? Куда ты, дура? Блин, я ничего не понимаю. Назад, 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 девочка, назад. Ребаная падла. Я тебя обрею на лысо. Так, взять все. Хорошо, если мы курам положим кушать. То есть мне нужно их загнать сюда и... И закрыть, да? Только как мне их загонять? Ну, давай, девочка, пошла, 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 пошла. О, потихонечку, помаленечку пошла. Давай, родимая моя хорошая, во-во-во. Двигай, двигай, двигай туловищем, двигай. Двигай туловищем. Нет, 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 не туда, назад. Что ты от меня хочешь? Каким образом мне их туда загонять? М? Каким? Ну, ты куда идешь? Ты куда идешь? Вот скажи, пожалуйста, ты куда идешь? Ну. Почему одна не хочет? Вот почему? Да стой ты, падла. Во-во-во, пошли, 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 пошли. Стрич, уходи. Уходи, 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 уходи. Ну вот, ты видишь. Вот ты видишь вот, на эту вот засранку.
Не знаю, ребят, честно. Это бред какой-то, мне домой пора спать. Ладно, пошлите домой поспим. А потом сюда вернемся, попробуем их загнать. Может, с утра они захотят. Потому что это какой-то бред. Так, идем в баньки. Так, а давай попробуем вечером сейчас загнать. Может, они реально ночью захотят. Тихо. Все, спят. Отлично. Отдохнуть немножко эти чудовища. Да, ребятки, мы с вами справились. Так, отлично. Побежали. Иди сюда, старый. Огородку я починил. Но у нас проблемка посерьезнее. Животное, правда, чем их кормить. А, знаешь, я никогда не напрашивался на эту должность. Не умею обращаться со скотом. Так, каждый день я просыпаюсь уставшим, как будто вкалываю по ночам. Слушай, я тебя не осуждаю. У нас есть здесь проблемы с агентством. Я просто хочу помочь. Так что с едой. Точно, еда. Там растут свежие зерновые, курицы ведь любят семена, правильно? Ага, а козлы любят сено. Ладно, я понял. Так, козам нужно постричь 6, сейчас им жарко, да и вылетят они. Ага, курам нужно пространство больше. Думаю, с курятником ты справишься, так ведь? А по поводу коз я подумаю. Так, у меня точно были ножницы, но где они, я не помню. Поищешь? Конечно, почему бы и нет. Мистер Выживальщик? Да. Так, вы оказались довольно полезным. Простите за не слишком теплый прием. Окей, я не в обиде. Здорово, вот возьмите этих цыплят. Съешьте их или оставьте, чтобы давали яйца, тебе решать. Если захочешь ставить их, то вот тебе бумаги про животноводство. Удачи. Спасибо. Отлично. А ножницы мне дадут, либо не дадут? Ладно, давайте с этими ножницами и со всем остальным будем разбираться утром, потому что я ничего не вижу. А у нас с вами есть куры. Надо будет, наверное, курятник строить, да? И бегать к деду, собирать им еду. Так, отлично. Давай просыпаемся. И руководство по курятнику нужно посмотреть. Может, как раз в следующей серии мы с вами построим и курятник для наших кур. Только надо не забывать, что нам еще ракету надо строить. Нужно расширять наш бункер. Нужно будет верстак второго уровня улучшить. Так, давай посмотрим. Иди сюда. Что у нас тут с вами выросло? Ага, у тебя есть водичка здесь? Да, есть, отлично. Отлично, отлично. Так, руководство, читать. Так, куриная кормушка, курятник. Металл, пластик. А здесь мне нужна древесина, сено. Ага, ребя. Мы будем сейчас с вами курятником. Интересно, мы на улице будем это делать или можно и в бункере? Предлагаю это в бункере все делать. Ладно, нам нужно, значит, туда понямать. Интересно, куруши у меня не пропадут? Нет у них же срока годности, правильно я понимаю? Так, давай понямаем мы с тобой, наверное, супчика. Отлично. Возьмем морковки, приготовим еще один супчик. Не, кур мы жарить не будем с вами, мы кур оставим. В любом случае. Тогда мне нужен
Пластик. Что это такое? Газета. Так. Взять. Читать. Мистер почтальон пропал. Хорошо. Почтальон попал. Ага, надеюсь, нас подозревать не будут. Так, мне нужен пластик. Металл. Пластик есть ли у тебя? А пластика у тебя нету, да? За почву хотя бы возьми. Так, древесина, мне нужен пластик. Так, а где мне пластик взять? Скажите, пожалуйста. 5 баксов? Ля, пирог купляешь. Волчья шкура, хорошо. Можем продать морковку, подсолник. Не, пока мы это все продавать не будем с вами. Мне реально нужен пластик. Как мне пластик у тебя добыть? Или у меня есть пластик? Так, а ну дай посмотреть. Вроде бы должен быть, да, пластик? Где у меня ткань, металл, пластик? 2 штуки. А мне нужно пластика сколько? А, как раз 2 штуки. Отлично. Смотри, 1, 2. Курятник, ага. Так, отлично, создаем. Так, курятник мне нужно сено и древесина. Но с этим, я думаю, проблем у нас не будет, да? Сено мы сейчас найдем. Только не знаю, что будет, если я не буду ходить на работу постоянно. Вот этого типа. Что от этого будет у нас? Так, кто тут у нас? Монеточка, отлично. Так, идем на ферму, соберем сено и попробуем построить для нас курятник. Взять. В принципе, эти куры, я думаю, подождут со всеми. Все, отлично. Так, до побачення. Так, дед, я еще вернусь, честно. Обещаю, не стучи на меня только. Не, стой, древесина. Да, в следующей серии пойдем в шахту с вами, ребят. В этой уже сейчас закончим здесь, вот так как оно есть. Попробуем найти с вами сейчас древесину. Вот она. Отлично, взять. Давайте по лесу пробежимся. Посмотрим, что там у нас есть. О, древесина взять. Отлично. Взять. Отлично. Так, где наша бабуся? У нас где-то тут бабусечка была, жила, правильно ж? Надо к ней домой зайти, на наше рыло, на пару кружечек чая заходи. А, слишком тяжелая, хорошо. Слышь, а где бабуся? Ага, вон бабуся, да? Так, надеюсь, сейчас волки на нас не нападут. Давай открыть. Пусто. Хорошо. Так, бабуся. Бабуся, я гуся. Открывай. А бабуся все пусто. Нету даже что и взять. Ладно. Так, все, бабуль, все, мики-бомики. Я потом позже вернусь, мне надо будет грибы тебе принести. Это я помню.
поводу грибочков помню, только надо будет в шахту сходить. И нужно будет улучшить наш верстак. Но для начала нужно будет с вами сделать курятник, посмотреть, как оно будет. И где этот мой курятник с вами установим. Все, шикарно. Ля, мы можем здесь установить, ребят. Как вам? Может, тут и будем выращивать их? Ля-ня. Будем делать отдельное место для курятника, или здесь его установим? Так. Как думаете, куда-то может вот сюда? Здесь же она мешать никому не будет, правильно? Отлично. Только надо будет... Лампочка у нас, по-моему, уже была, да, где-то? Если я не ошибаюсь. А, я спадки хочу. Понял. Идем спадки. Надо будет еще одну лампочку сейчас сюда повесить. Ага, завтра приходит эта проверка у нас будет, да? Надо будет закончить до проверки. Коровы дают больше молока, чем козы. Да неужели? Серьезно? Ты просто гений. Так, давай тебя донямаем. Положим вот сюда. Пустимся вот сюда вниз. Где наша лампочка? Вот наша лампочка. Давай, наверное, лампочку вот так вот сделаем. Все. Или делать отдельный курятник им. Ребят, как думаете? Так, или пусть тут будет. Ладно, пусть тут будет. Хопа. Да ты шо, ребят, ля. Мои ж вы зайки. Все, нямайте. Да, вам здесь, конечно, может и неудобно. Вам, может, загончик нужно делать. Ага, смотреть, взять. Что тебе, солнышко не хватает, да? А, вот так будет нормально хватать. Ага, нужно будет выключить. Все, шикарно. И нужно будет попробовать заняться электричеством. Как-то оно все непродуктивно так идет с вами. Это реально все непродуктивно идет. Так, выключить. Давай пока выключим. Мы сильно с вами не занимаемся садоводством нашим. Вот так вот. Интересно, они будут размножаться или нет? Или чисто две куры у меня и будет. Но я думаю, в принципе, на этом можно серию с вами, ребята, заканчивать. Я думаю, сейчас мы сбегаем к деду. Пусть наши куры отдыхают. Завтра у нас как раз проверка будет. Должны, по идее, будем все ее пройти. Так, нашел ножницы. Нет, пока я ищу иголку стоге сена. А где мне ножницы найти? Так. О! Пес? У него ножницы во рту. Котопес, котопес. А где пес? Сено давайте положим им. А где пес? Где пес? Где? Закрыть. Так, до побочения. Ага, ля, мы что-то нашли с вами.
Где-то мы что-то с вами нашли, какой-то новый путь. Так, на ферму. Зачем Уилл скрыл от меня это место? Пшеница, идеальное место. Так. На ферму. А мы, да, за собакой вроде охотимся или нет? У собаки вроде были ножницы во рту. Пшеничное поле. Я просто не уверен, что тут нужно делать. Так, не говорите, что для собаки нужен стейк сейчас будет какой-то. Так, и привет. Так, что это такое? Ага, волки. Волки позорные. Волки позорные напали. Так, надеюсь, все в порядке. Что это мы взяли? Собачий ошейник, хорошо. Ну да, без собаки мы же и ножницы не заберем. Мы не сможем постричь наших овец. Озеро. О, озеро открыто, ребят. Хорошо. А вот и пес. Котопес, котопес. Ля, рыбалка есть. Ну я ж ты зайка. У нас рыбалка теперь есть с вами. Он не дает мне подойти. Спрошу-ка я у него. Угу, можешь тебе мясо дать. Она же с мяса. Будешь мясо? Нет, ты мясо не будешь. Ладно, мне нужно бежать к Уиллу тогда. А потом мы с тобой порыбачим. Либо порыбалим. Нужно будет изведать все эти места. Так, слышь, дедуля. Дедуся, иди сюда. Я нашел ножницы. Отлично, а коз подстриг. Нет, ножницы украла собака. Может быть твоя? Собака? У меня нет собаки. Уверен? Она пушистая, с бело-золотой шерстью и повязкой для глаза. Как будто... как будто пират, да? Ага. Ксену. Да, мы с ним хорошие друзья. Класс, твой друг украл наши ножницы. Тогда ему крысиное мясо. Его любимое лакомство. Ага, крысиное мясо. Совершенно нормально это для собаки. Так, утыкана камерами. Что ты был у озера? Я сказал туда не ходить. Я попал туда, когда гонялся с собакой, чтобы забрать ножницы, помнишь? Так, доправительные камеры. Зачем я там делаю, не знаю. Туда б не лез бы. Ага. Крысиное мясо. А я таки извиняюсь. А где я крысиное мясо найду? Где я таки найду крысиное мясо? У вас тут крыс нету нигде? А ему волчье мясо не подойдет собаке? Ему обязательно крысиное надо? Это мне типа ловушку нужно будет ставить? Стоять, стоять, стоять! Спросить. Уилл? Да. Я нашел старую удочку. И что? Но рядом с ней было озеро, на котором мне нельзя было ходить, но я ведь назойливый. Продолжай. Можно ли мне взять удочку? На озеро полно камер, забыл? Помню, и что?
Интересно, ты человек. Конечно, бери. Чпунька. Даже лишняя наживка. Спасибо. Так, Гендри. Ага, хорошо. За наживкой будем, да, Генри, обращаться. Так, а дай-ка я несу ты сюда, вот сюда. Идем на озеро, попробуем, может... Может, мы с тобой сможем мясо волка дать ему? Просто где крыс мне найти? Может, в шахтах есть крысы? Может, реально в шахтах есть крысы? Может, там нужно будет искать с вами? На, держи мясо. Не, не хочешь? Ну, иду по бочине. Все, 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 донда стали библиотека. Так, и что мы будем искать? Мне нужна удочка. Так, у тебя же вроде была удочка. Ну да. Хоппа. Не? Все. Ой, все, до побачення. Я понял, ребят, в этой серии мы рыбу ловить с вами не будем. Это он хочет от меня, я не знаю, что. Так, ладно. Идем домой. Идем домой, все. Идем домой и ждем проверяющего. Так, завтра я снова приду. Попытки избежать проверки ведут к серьезным последствиям. Да, я понял, я понял. А без его проверки мы не сможем дольше никуда бежать. Так, а где куры? Где моя вторая кура? А, ты спишь, зайчик, ля, испугала меня. Что у вас тут кушать есть? Есть что понямать? Да, понямать у вас еще есть. Хорошо, письмо. Отлично. Читать. Уважаемый мистер выживальщик, просто краткое примечание. Мой источник в агентстве говорит, что во время инспекции начнут проверять потребление воды. Если тратить слишком много воды, это могут заметить, имейте в виду. Так, мне нужен верстак второго уровня, мне нужен металл 15, древесина 15, камень 5, но это мы все сможем добыть с вами на шахтах, по-моему, да? Ладно, идемте вздремнем. Попробуем вздремнуть до ночи, чтобы дождаться инспекцию. И как раз, когда мы спим, мы и сохраняемся. Низкий уровень живучести. Так, а мы хотим покушать, да, наверное? Есть. Есть, хорошо. Живучесть 22. Хорошо. Давай, вздремнем. О, спать. Отлично. Как раз проверка, да, сегодня? О, сохранено. Так, отлично. Отлично, отлично. Так, ребят, давайте, наверное, на этом мы серию закончим. В следующей серии мы с вами сходим в шахты, как раз дождемся проверку. Посмотрим, может, для курей что-нибудь сделаем. А где мне... А, вот, яйчишки есть у нас, ля. Тут нечего брать, да? Были? Честно признайся.
Ага, не было ничего, да? Давай тогда положим сюда. Это мы сюда, бегаем сюда. Мясо. Куда бы мне мясо положить бы? Так, давай, наверное, съесть все и положить сюда мясо. Сюда свеклу. Дождемся, пока мясо уйдет наш этот, как его... проверяющий, и потом что-нибудь еще приготовим. Так что мы можем сюда сложить. Давай сено сложим. Это можно удалить, я думаю. Это тоже можно удалить. Так, древесина. Газета. Ну, все пока будет. Курятник положим сюда. Хотя, наверное, можно продать это все, да? Давай попробуем продать. Так, что хочу? Что хочу? Закрой, пожалуйста. По-моему, где-то... О, 15 баксов, хорошо. Отлично, отлично. Купить наживка, наживка. Маленький аквариум даже можем с собой сделать, ля. Прикольно, прикольно. Хорошо. У тебя тут пластик не появился случайно? Походу нет, да? А что продать могу? Древесину. Давай продадим древесину. На 5 баксов. Так, купить поваренная книга, яйцо. Добавляю здесь свойства. Хорошо. Ладно, пока здесь мы ничего закупать не будем и трогать тоже. На этом, в принципе, остановимся. Так что все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игрушка нравится. И мы будем потихоньку, не спеша, ее развивать. Нужно будет даже улучшить наш верстак, а потом подготовиться к именно к нашей ракетке. Но мне нужно будет 50 камней. А 50 камней мы, наверное, сможем получить только в этом вот шахтоуруче. Так что все. Всем пока-пока. Да потом. И услышимся, ребятки.